Вот сейчас вот где-то тут вот такая горочка, она такая ногами такая кых 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 кых. У меня есть палочка с гвоздями. Палочка с гвоздями. Угадай. Оо, я прям через твою грудь прошел рукой. Ты так странно смотришь. Я так же странно смотрюсь. Да. Пойдем на другой остров поплывем. Ага. Ёпта, что-то мыло. Что-то мыло. Должно быть, может быть. На пробел зажми. Что-то мыло, у меня все замылилось. Я умираю, сейчас я полечусь. А, ты тоже? Это так мы умираем? Ох, чизас, я... Ни в одной игре так не делали. Мыло. Тебя убило мылом. Смотри, вот видишь, ой. Ад? Вот иди по краю, это странно очень, как-то... Вау! Она резко включается просто, ага. Мыло. Вот типа, пока гавр... ты на земле нормально, а вот тут уже не нормально. Всё. Я достану твои кокосы! Чё? Сейчас смотри. Блин, чё-то я не разгоняюсь никак. А как ты это делаешь? У меня особый прием так. Чё вот такое? Вот он полетел. О, чёрт, я бабу какую толкнул. Мне кажется, она своя была. А, нет, нормально. Самое веселое на самом деле в этой игре, это когда ты типа 56 уровня какой-нибудь и заходишь к людям 6 уровня и всех там убиваешь у них на локации. Ты ходишь как Супермен такой. Ты. Худо его бечь. Заткнись и пусиськи твои, говорит. Хотите, я всех зомби привлеку? Это делается вот так. Блин, так. Ничего не произошло. Чё толкает? Это как зомби. Ага, сел ты. У меня есть меня. Вот я сейчас повиду. Худо и вуду, бич. Ты будешь нашим вождем, давай, садись. У тебя такие чувачки тут видно. Я хочу быть за рулем. Да толку, машин... Ах о, ты. О, зомби. Грёбаные англичане. Ты не понял, что я тут вожу? Я нет. Я такой сижу, смотрю. Насте нужна помощь. Да, помощь нужна, да. Да, помогли. Теперь нихера не видно перед нами. Ничего, наши герои не такие тупые. Настя, get over here. Блин, я не могу смотреть в ту сторону. Я тоже. Все, насел, поехали. Окей, поехали. А побибикать не дает? Ну, не на какую. Ты просто побибикать? На какую кнопку бибика? Думаешь ездить? Точнее, побибикать? Я думаю, нет. Ну, давайте там остановимся. Нам чуть дальше проехать надо. А вдруг там, да там куча всего, наверное, есть. Да, и, ну, это специальная игра делает так, чтобы мы больше времени тратили на игру, вот. Как он так будет? А, вот теперь да. Вот. Я думал, когда ты врежешься? Да я просто задумался о том, что можно и правда остановиться. А хорошо ехал. Да, неплохо. Только Настя, кажется, позади осталась как-то. Настя вышла? Да, она выпрыгнула. Окей. Ну такая бы GTA, поехали теперь. Да. Тут еще одна ваша. Уду и вуду, бич. Тут зомби 20 уровня, они нам не по зубам. What the fuck? Ась. Да подожди. Кого-то я спасаю или нету? Кто-то же тут кричал, help me please. Где эти ребята? А, вон наверху. Я его спасаю. I will help you, sir. Как мне включить режим гнева? Машина, help me, revive me, please. Не дави меня. Ты меня ждешь? Ты уехал? Я уехал. You fucking stupid as fuck. Взял, передавил меня колесом потом и даже не спас меня. А, в общем, как это напало. Да, спасибо. Жи весло, держи весло! Чизас, этот гребаный б... А, на П. Садись. На П лечиться. Как мне использовать свои сраные способности? Чё? Тут ножики. Я их все подобрала. Спасибо. Потом поделишься. Садись, давай, поехали. Он там умирает пока один. Ему труднее драться. Потому что... Если бы я один играл, то они были бы легкими. Но так как у нас три, теперь они в три раза сложнее стали. Сейчас, мы едем, мы уже 90. Блин, метров. Я не знаю, какая у меня какая кнопка отвечает за способность. Вы туториал уже проходили. А, давай. Вот, нашел на Z. На тебе, тварь!
Огребаешь, все убило. Да куда ты едешь? Я пытаюсь развернуться. Нашел кнопку, получил опыт. Ну спасибо. Я пытался развернуться. Не-не-не-не, ну я спасу же, ну я спасал его. Я все это время спасал его. Смотрите. Мне что-то дают. Ну вот! Я его спасал, это нечестно. Эй, нигер. Ладно, будем смотреть за Настей и ее вождение. А куда мы едем? Нам нужно назад, вон на стрелочку на мини-карте восклицательный знак. Туда она. Это вот туда мне поворачивать? Да. Ну все, права сдала, поехали. А я даже не сдал. Но зато я играл в синий сорфиды. Даже те, что старые. У меня тоже. Ой. Че такое, заглохло? Я хочу зомби раздавить. Нет, не разговаривай с ним, я его спасла. Ну вот. I know that feeling, bro. Мотофока. Горь ясно, печь. Это вот только залит. На тебе еще в пузо. Слышь? На тебе еще в пузо. Где тут модернизировать? Ну вот, ну, наверное, но я не нашел. Эти куда, матч? Пошел вон это. А, нужно баллон ему загасить. Все. Нашел какой-то. На тебе по башке баллон. Попил кока-колу и стало лучше. А, отойди, отойди. Jesus Christ, это что, Сережа? Ау! А чё вас всех отнесло, меня нет? Кто это сделал? Я это сделал. Зачем? Я большого бугая, его сложно убить, видишь, он только сейчас сдох. Вот смотри-ка, и правда. Из него мой молоточек выпал. Ты ему отдавал его, что ли? Да, я в него его кинул, типа, подержи. Я нашел двигатель! А я нашел. I found the fucking engine! Level up. Ты Энджин, что ли, в руках? Да, я его тащу, это он такой тяжелый, я даже бить ногой не могу. Ой, девочки, он несет, ты только посмотри на него. О боже, я ж сдохну! Да идем. На! Кунг-фу бич, кунг-фу бич! Фу, блин! Вот, я его взорвал и сдох. Я сажусь. Я, может, я тоже что-то беру. Все, я сел, поехали, поехали! Я его убил, а я ничего не подобрал. Надо мне тоже подобрать. А чё у меня ничего нету? Это моя взорванная башка, нет? Чё за... Я чё, утонул? Куда мне пересаживаться? А, зомби отстали от меня. Кто он? Ладно, я сажусь, водитель. Зеленоглазые такси. Окей, мы, кажется, Настю бросили. Настя! Я спасу тебя! Всё, стой, Настя, я буду давить их лодкой. Я умер! Это вообще... А, тут, наверное, глубина уже идет. 300 долларов ты их тратишь? Я умираю тут. Поэтому... Окей, я умер. Кто там пошел в жопу? Так, мы кого-то потеряли, нет? Я все живо. А, потеряли, правда. Настя! Да, не, все нормально, поехали. Я еду обратно. А я выпрыгиваю быстрее, ну быстрее! Настя! Я уже тут! Нет, ты утонешь, наверное. Ай. За Настей поехали, быстрее. Всё, ну привет. Лодки, и тут прям рабочая лодка еще одна есть. Зачем мы ту ремонтировали? О, черт! Не-не-не-не, он взрывается, отходи. Ну вот. Нихера, он улетел. Вот это полет. Шляк, лежать! Чем прикрывайте, я скиллы прокачиваю, так. В общем, я взял тоже квест основной. Там нужно спасти святого чувака. Помогите миссионеру. И дадут мне мои крутые лезвия на руки. Ей. Конечно, бро. Блин, этот чувак меня достал. Это чувак из очень страшного кино 2. Который ручку в курицу засовывал. А, да-да-да. Слушай, правда. Эй, чувак. Ладно, я сейчас накаплю скорую. Ему хана. Ты только мне сейчас хана. О, я убил.
Эй. Дали. Хаммер. Кому хаммер дать? Все, пойдемте отсюда, пошли друг без нас. А вот и. Апперкот. Апперкот тебе. Апперкот. Эй, ты куда его выкинул? Там мое оружие было. Ударил, блин. Это мой так, skis dead, мол. I made my job. Я хожу, всех умертвляю. Даже мертвый умирает дважды. А, я умираю. Ну беги к нам, если хочешь жить. Ты так смотришь. Я умираю такой. Я у тебя самый упоротый вид из всех, по-моему. А так сурово слишком. У меня лекарство. Это все прямо. Ты вообще комично так смотрится. Ты давишь так всех и так. I don't give a damn. Давай, давай, давай. Блин, да я их давлю и я сразу замедляюсь. Нажимаешь Shift. What is this? What is this? No medicine. No, mate, no. A natural remedy. You need to talk to my father. Но нам пока не надо, да? Investigate. I found some evidence. Он походу делает. Просто залезь, смотрите. Идите сюда. Эй! 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 Мы вернулись туда, куда нам надо. Так бы мы шли 500 метров. Чё она? А, что ты делаешь? Что-то странно, да. Так, тут сейчас Худо и Вуду Бич будет. Нам надо сдохнуть, чтобы его спасти. В смысле? Ну, типа, надо пожертвовать собой и... Чтобы он это... иммунитет смог наш взять. Они немного долбануты, что ли? Ну ладно, я пока лучше уровень. Изнасиловали для этого парня. Там что-то было и забрали. Я забрала. Я думал, я им бью, почему не отравляю? Чего я не отравляю? Чего я не отравляю? Че ты пьешь, мыгаешь? А? Вот по этой лестнице, вы где там? Я вот. Хотите посмотреть? О, они чем-то кидаются. Вот сюда, Настя. Опка, иди быстрей. О, я могу через свою задницу брать. Сейчас, они... А там с другой стороны. Я вижу краешек твоей попы. Все, вот успокойся. Это да. Успокойся. Я вижу твою задницу. Все, все увидели, куда идти, теперь идет ты. Я видел твою... Я прям... Не смотри! Я заходил лицом через юбку. Ты не носишь трусиков, вот так что. Это зомби-апокалипсис, здесь нет времени для того, чтобы смущаться. Ну, странно, ну, у тебя вообще там все что-то странно было. Ты хочешь сказать, что из таланда, да? Я защищаю. Ты так без каких-либо эмоций защищаешь? Я что-то не могу залезать, наверное. Да я умер, спасибо. Я бегу! Что-то как-то мало времени, да, чтобы тебя спасли. Смотрите, вот как надо прыгать. Давай, кабал. Бабах. О, я это запишу, у меня ноги просто из земли торчат. Я вижу это, да. Я сейчас его затоптаю, смотри. Окей. Я его не могу затоптать. Сейчас я ему в пятку выхилес. Подожгли, парня, подожгли. Мы добрались до его места, слабого. Ну да, ну да. Стой, 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 куда, куда? Стой, там звук. Все, поставил. Поехали! Бежим. Спасибо. Ой, успел. Как ему в голову? Чтоб тебе. Езжай давай. На. Так, нам... нам правее, чуть-чуть правее, чуть-чуть левее, левее, левее. Ой, подождите меня. Ты видишь, куда мы едем, не переживай, не потеряешь. Правее, право. А, я знаю. Смотри, лестница для идиотов. Тебе помочь? Да. Пожалуйста. Опс. Тебе помочь? Ась. Опс. Прикольно. Ходит, блин. Я чувствую, я один бы играл, я бы вот так вот ходил бы, чтобы как-то занять себя. Keep your distance.
Что ты делаешь? Сзади тебя. Да, чё я, они мне ещё делать. Скажи спасибо, что я тебе как бы показываю, что... Not the way, this way. И not the way, this way. Not the way, this way. Я всё освещу тут. Тут японские знаки, чё здесь? Кто это сделал на этом острове? Ты вот можешь спрыгнуть, так и ладно, там... Тебе не кажется это странным, что здесь куча бетона, и кто это делал на этом острове? Это делали японцы. Да? Окей. Я ответил на свой вопрос сам. Пошли. Ты что, говорил, что это делали японцы? Я говорил, что это... Ну, это, я не знаю, это японские, похоже. Японцы. Да во всех играх качество объяснения японцы во время Второй мировой делают. Когда Far Cry, да? Когда Перхарбор был, они делали везде бункеры, видимо, во всех играх. Во всех играх. Это чувак же хотел нас сжечь, не? Это другой бог. Нет, нет, нет. Вот он тот, чёрный ниндзя. I know he was bitten, so I pushed him. What? What the hell were you thinking? He was already lost. You would have left him behind. Эмоции на лица. Он убежал. Someone who was infected. Oh my god! What the fuck? Jesus! Look at him. Убивать его надо, вообще. Закинули его. What the fuck? Что-то он быстро. Это скивайтед квикли. Смотрите, у него там между ног еще что-то болталось. Юзи. Юзи, можешь встать вот сюда. This way. Нет, да, сейчас ставил. Вот так. Another way. Что делаем? Я почти успел. Сам сдох. Может? Бегу к вам. Мне еще бежать. Но я тут с тобой. Там большой чувак, не подходи, он сейчас... Не надо догрядять, мне страшно. Я бегу. Он очень опасен, его надо огнестрелом. А, стойте, я залезу. А, он на меня нападает! Блин, на меня я только вылечилась. Сучка. Вот тварь. У меня никто не вылечил. Зато и урон принесла, наверное. Вам помочь? Ну круто. Суковая граната. Дебильный тут. Да ты не до конца делай атаку, как в напарин, да, вот это. Настя, ты видишь, нет?